Вот, запускаю. Всем привет, с вами Xtevlin. И как вы уже видите, я сейчас буду играть в файтинг на Sega Saturn, который я вот, ну, так удачно уже прошел в офлайне. Захотел посмотреть игрушку, и она так быстро кончилась. На самом деле, не очень уж трудный файтинг. Так что можем его сейчас посмотреть и насладиться. Так. Забыл обновить чатик. Ой. Начались проблемы. Включился геймпад. Пропал из эмулятора. Так. Нет, вроде работает. Так. Надо выбрать персонажа. Наверное, как обычно, девчонку. Поехали отвешивать люлей. Получай. На самом деле сейчас не знаю, как пройду, но как-то до этого где-то за час получилось. Синдром стрима и все такое. Отвлекание на всякие разные движения. Я проиграл. Ну, уже начинаю проигрывать. Что, собственно, и ожидалось. Так, давай, полная концентрация. Нефиг. А я вообще на самом деле обожаю файтинги. Кто следил за моим челленджем, знаешь, я их прям люблю, прям вообще. Хлебом не корми, дай файтинг поиграть. Хоть так.
Что ты говоришь? Раунд 3. Ну? Блин. Блин, на самом деле я за всю игру никакого супер приема не нашел и не смотрел это сама. Никакой мануал, ничего. Может быть, даже было бы получше, но, блин. С другой стороны, начинаешь жать всякие кнопки и пробовать прием, и ты больше сливаешь. Ауч. Я так считаю. А, привет, пролезть. У меня там все норм. Дай! Ну, сдохни ты уже наконец-таки. Все, время. Блин, с эмулем все, короче, сразу пошло. Только это. Музыки нету. Ром, это американский. Блин, вот этот дед меня тоже напрягает уже. То есть до этого меня напрягал. Ну что, блин, длинные руки у этого чудища, блин, которое за ним ходит. Наверное, как минимум 90% всех этих раундов будет заканчиваться на тайм-ауте. Ауч. Да ты запарил, блин, зажал. О, хрена. Ну ты, блин. Так, на самом деле девку, мне кажется, я сначала зря выбрал. Под конец, ну, нормально шла. Вначале не девчата. Другие персонажи лучше. Так, ну, по управлению я говорю, то, что я не смотрел никакие комбо там или какие-нибудь приемы. Знаю, что, допустим, геймпад у Сатурна такой же, как у шестикнопочный, как у Sega Genesis. Вот, и получается по три кнопки на руку, по три кнопки на ногу. То есть, так же как в Street Fighter, слабый, средний, сильный удар. Блин, на самом деле я пользуюсь, наверное, только двумя кнопками. Вот.
пробовать нажимать все кнопки подряд, получается какой-нибудь, может, все-таки прием, но... Ну и обычно вперед-вперед, назад-назад или чем-то такое тоже пробовал. Он, как говорится, начинаешь пробовать, а он как сливаешь больше. Так, интересно, получается. Сам с собой. Уже говорит о файтинге, что он не самый такой лучший, что самый хороший, что приходится биться с тем же самым персонажем, с кем ты играешь. Так. Да иди, сера. Тоже могу пока. Ну! Я тоже так хочу сделать. Да ебля. Блин. Один раз, пару раз попасть остался, черт. Ладно. Round two. Блин, а это же только первый бой с ней. Первый раунд. То есть, ну, второй раунд уже, но... лишний раз не победил. Дай! Получай же ты уже. Я даже не научился бросок еще делать. Как обычно, подходишь к персонажу, нажимаешь на руку, оно швыряет. Но... тут что-то немного... Ау! Какая ты, блин? Меня подлавливает. Можно и так. А, ты, блин! Фу, успел. Блин, ты как она меня это? Опс. Это музыка. Соник. Последнее время. Последний момент, короче, вынес. Блин, что-то она мне это самое. Чуть не запинала. Да, пролез. Музыка отдельно идет. Почти, наверное, почти что на это самое. А что там было? Ты
Там, короче, из настроек в этом эмуляторе только можно выбирать там что-то DirectX, что-то саунд и, короче, все другое. В каком, ну, в одном моменте только за место музыки был пердеж. В остальном нифига не было. Round two. Вон как. Может быть, да. Да, ничего такого, это, ни о чем. Обыкновенная аркадка. Эй, блядь. Какого хрена ты делаешь? Блин, проиграл. И муль, и баузы. Да, не LGL, типа, чё-то, ну, да. Да и на CPS тоже тянет легко. Блин. Ау. Какого хрена? Успею. Вообще проиграю сейчас. Ау. Так, ну-ка давайте вот этого. Ну, чё-то типа того, даже практически это, как я говорил, управление. Три кнопки нога, три кнопка рука, сильный, средний, слабый удар. И вот как-то так. Что ж какое-то, а? Нафиг. Получай, блин, по щам. Это классно получилось.
Примерно даже знаю как. Блин, осторожно. Пошел вон. Фига себе. Привет, бас. А я тут пилюлей получаю. И не просто пилюлей, а грибаю по полной. Один удар есть. О, это конечно жестко. Третий девять, это жестко. Почти что уже компрессы надо делать. Ауч. Да ты какого? Конюк какой, а? Да какие суперудары, ты чё, бац? Какие могут быть суперудары?
без них прошелся. Не хочу лазить там. Искать, пробовать их. Да по-любому. Мануал может быть и на японском, хотя... Ауча. Ух ты, быстрый какой. Резкий пацан. Let's go!
Ну какого, блин? А, штук 10. Я точно не помню, не посчитал. Это даже не очень приятный противник. На самом деле. Хорош у меня! Иметь! Ну да. Да, ты прав. Ты хорош. Ну. Блин, сейчас сухую проиграю. Так. На самом деле, что и следовало было ожидать, потому что он не очень такой. Сейчас я, наверное, возьму девку. Round one, fight!
Блин, классная музыка. Раунд 2. Блин, какого хрена ты делаешь? Да. Бросишь ты. Ты грязное дело. Опять Соник. Блин. Когда рыба по мне попадает, звук как бы торпеда взорвалась, что-то я не обратил внимания. Ну да, есть что-то такое. Блин, ну, так, Грей, посмотреть-то можно все прохождения, но почему нравится наш комментарий или еще что-нибудь. Или, допустим, вот человеку, вот он как предложил пройти игру, вот для него эту игру проходит, это... А так, все без души, там, какой-нибудь летсплей включил смотреть, все. Can you see the sun is shining?
Танчу! Ики! Раунд 1, файт! Может, к концу подходит. Я не помню, еще один или два персонажа после этого. Тоже не очень приятный чувак. Блочит постоянно. Вот, то есть как прям в Street Fighter. На лету подлавливаешь его. Урод. Просто лепешки из меня делать. Пять, говнюк. Если в какой-то игре в настройках по умолчанию стоит изи, то пролист можешь пройти на изи, или надо хотя бы нормал ставить, например, Grand Theft Auto. Но это уж на усмотрение пролист. Блин! О! Драфт гейм, ага, класс. Ничья. Хотя бы так. Что было? Блин. Что я там же сделал? Вау. Какой голос. Запарил. Да ёпта. Хорош. Блин, проиграл. Раунд 3. А чё ликовать-то? Ну хорош! Ну! Да! Какой я? Противный. Упс. А, ликуй, ага. Проиграл. Всего-то 45 минут. Так. Я опять возьму девчонку. Ой, блин, выбрал не того. Дайте вернуться. Дает. Раунд 1,
чё, как бы это самое. Неплохо. Так, идет. Ой, разозлился. Музыка громко играет, нет? Блин, надо что-нибудь такое. Пожёстче. Раунд 2. Так, и тебя я помню. Садил попой на кол. Ну давай еще чуть-чуть. Готов. Персонаж халявный что-то. Вот и final fight. Противник, кажется, другой. Я тогда с девкой играл. Конец тоже. А нет, то же самое. Look.
Нифига себе, человечка маленького выплюнул из рта. О, выиграл. Вторая форма. Снял рубаху, волосы взъерошил. Вот и все. И понеслось огребалово. Блин, скроллинг такой сзади против. Да не, он не глючит, я думаю, что это так задумано было. Да и ёпта! Ауч. Хотя да, всё-таки что-то есть. Раунд 3. Понял, мне кажется, что... Да-да-да-да, нет, сам нижняя часть просто на одном месте стоит. А я не обратил внимания сначала, что... Блин. Ну ты чё? О, выиграл. Ну то всё. Вот, я только хочу сказать, восклицательный знак сиськи. Ну, другой персонаж, другая концовка. Немножечко. Тогда я девчонка закончил. Вот и все. По-моему, на это самое. На титрах зависание, потому что больше ничего не происходит. Хотя, может, просто стоит подождать подольше. Не знаю, короче. Факт, что
игра пройдена, и можно выбрать следующую. Радость нечего, игра легкая. Хотя есть еще следующая платформа. Блин, а что она опять слетела? Nintendo 64, да, блин. Конечно, можете поднасрать, конечно, жестко. Так, а нет. Мне написали Game Over. Ну, это аркада. Я на первом месте. Можете убедиться в этом. И игра начинается заново. Вот. А у нас старый список. Списочек хард. И Nintendo 64. Хексен. Хексен, Хексен. Да, это от первого лица, кажется, никогда на комп игры перебирал, мне она попадалась. Хексен, это есть вин? Раунд 1, файт! Так, где у меня файтинг, блин? Бля, какое мыло. Верный театр. Ну чё, крут? Посмотрим. Сейчас настроюсь. Может быть через полчасика. Может попозже. Не знаю. В общем... Всем до скорого. Спасибо за поздравления. До скорого, короче.